Всем привет! Сегодня 19 июня 2020 год. Сегодня у нас еще один междусобойчик. Меня пригласил Борисыч. У них тут собралась компания и едем по полям. Едем сейчас к одному фермеру, Олегу, с Братского района Николаевской области. Это находится этот район на севере области. Едем к нему. У него есть интересные зимние посевы, зимние, не подзимние, а зимние. Ярового гороха, ярового ячменя, озимого ячменя и озимой пшеницы. Сейчас поедем оценим, как у него это получилось, в каком состоянии находятся культуры, и чуть-чуть покажем, приоткроем завесу для вас. Но также хочу вас сегодня всех поздравить с праздником. Сегодня день фермера. Пожелать вам удачи, здоровья вам и вашим семьям, терпения, как говорится, в нашем нелегком деле. Также само хочу пожелать вам хорошей погоды, чтобы урожай вас порадовал и цена также сама была достойна вашим усилиям, вашим затратам для того, чтобы рентабельность вашего хозяйства была на высоте. Едем. Когда соли получил? Ну вот у меня есть оператор. Подходи ближе, подближе. Пшеница посеяна была у нас 5 января. То есть минус 2 на дворі, ми сіємо. Що мене побудило посіяти її, я дивився, як ти сіяв горох, второго, третього, там теж мучився. Так само я засіяв горох, ось зайшов, а лежали сімена пшениці, дайте ячмінь Каліфорнія, позаді Магрея. Лежали в складі, тому що осінь була, якби було сухо, не сіяв. Ну, говорю, давай посіємо. На дворі мінус 2, коротше, сімена затравили, протравили і поїхали, посіяли. Это какой-то импортный сорт? Колония. Колония. Либогрейн, да? Либогрейн, да. Но они все здесь полюбляют колонии. Я в том году подивился у дробитков. Поддивился, посмотрел-то с вами. Ну, я тоже посеял. Ну, оно выглядит, видишь, у него колос, они колос растянутости выглядит, да, большим. Не, ну что, у него есть все, есть и этот, есть хуже, есть больше. Ну, 4 зерна. 4? Нет, я не за то. Ну, то есть на внешнем. Огромный колос, считаешь, их тут 16 колосков. 18 добавил. Вопрос какой? Да, ну понятно, это же озимая культура, правильно? 2 января посеяли. 5 января. 5-го, да. Получили всходы когда? 1 марта. Получили всходы. 1 марта. Когда прошла процесс реализации? Спочатку с посева. На Бубнявило и все, уже пришла реализация. Це я подивився Зеленского, да? То есть она в январе наключилась там, грубо говоря. Даже наключилась, просто на Бубнявило и все. И уже прошел. То есть зубочек еще не про... Не было. Даже зубочек. Кустик появился в середине февраля. После морозов, когда мы после снежка покормили. Оттепель была. А кормили черная земля тупо, да, ну. В общем, у Зеленского подзимний посев, а у вас получился рождественский. Рождественский. Подвесенний. Да. Да, да. А какая норма высева? Норма высева какая? Норма высева. Ну, 130 кг, ну много, я думаю, шабал. Чтобы было меньше, она была, вона, мороз, как бы, прибил, только убрал в ней, убирал. Густовато. Да ты что ты с краю, идем туда в середину. Пошли в середину. Да, и тут будет уже и с краю видно. Вот тут 2-3. Два, три, один. Ну, середина два, наверное, да? Ну, два, один, два, да, пойдет три. 14-16 колосков. Пустота такая. Ну, 4 штуки колоскилых есть, даже 5 штук. Не, ну густота, я говорю, сколько здесь? Ну, 250 растений может быть. Ну, за счет натуры да. Можно и вытянуть. Не, ну эти дожди в любом случае пошли на пользу. Конечно. Вот, не, ну, он полностью работает. 8 мая, не 10 мая, 13 миллиметров.
и потом в конце мая то 43 миллиметра. Ну, если такая густота по всему полю, я думаю, что здесь будет, ну, в зависимости от массы тысячи, 30-35 плюс, вот так скажем. Ну однозначно, вот эти дожди, она сформирует хорошую массу тысяч, да, однозначно. Да. А если будет хорошая, ребят, масса, ну, дождя не будут, на сегодняшний день? Что, надо было все-таки побольше посеять? Нет, меньше, оно все равно сбросило лишнее. Оно сбросило лишнее, то есть она определила тогда, на тот момент, вот сколько у нее питания. Вот она прокормит. Вот, да, идем, сколько, да, она прокормит. Вот выйди, вот. Значит, это мы по дороге сейчас едем к Вадиму Тропичко и заехали на одно поле у нашего товарища, он сел 5 января, и мы хотели посмотреть, в каком сейчас состоянии эта пшеница, которая была посеяна зимой. То есть можно удивить даже таким зимним посевом. Так что все реально, все возможно. Природа знает больше, чем мы. Глубина посева какая? Играла 3-4 сантиметра, то есть трошки налипания было уже на опорник катки, она уже играла лапа. Но он еще не весь, еще даже полосу. Ну еще доходы, выше. Да, да. Да еще тут не Лимагрейн, Калифорния. Он еще будет, да. Посев тоже 5 января, всходы 2-3 марта. Значит, посев давали 140 килограмм амафос, Зорька 1040. Да. Хороший, я пользовался. Да, классный. У меня все мы полностью. Ячмень 120 килограмм. Тоже густо, надо было реже. А, наверное, грамм 50, да, масса 1000? Ну, двухрядного будет 52. Большая. 52. Да, у двухрядного будет большая масса 1000. Да. Типа ярый будет. Ну, я смотрел этот сорт в технополе, на демополе, у них там посеяны были, Калифорния этот, я смотрел на него. Да, як у Борисовича посеянный, як Борисович у вас называется, ячмень? 1632. Ваш ячмень? Казанова и Ханелоры. Оце ж, це ж с одной серии, да, это как Казанова. Пивоварный, да, а цей такий, з одной серии. Ну, интересный, красиво, да, смотрится. Не то, что интересно, тут даже вопрос не в том, какой интересный ячмень, вопрос... Посева, да? Дайте посева, получение всходов. Борисович, знаете, есть. Мы сидим, вот, сидим вечно умничаем, а я говорю, природа знает больше, чем мы. Вот, да. Значит, январский посев, кущение, штырь, стебля. Что еще нужно? Это все есть. Обработка была один раз Феникс Дуо. Угу. И с инсектицидом. И последняя была чисто инсектицидная обработка, потому что появилась там десь на пшеничке тля, вот такая фигня всякая убрала. Не, ну пятнистости есть, но не есть, критично, да. Да. Ну, не критично. Да. Значит, дальше можем подивиться, 18 февраля сеявся под посадкой, там уже можно пройти, ярый ячмень. 18 февраля, пошли. Я не понял, что это тут за эксперименты с зимними посевами? Я ж подивился на ваши посевы, мороз мы сеяли. Я понял. Зимующий горох. Позволяю, как бы, до вечера еще есть время. Все, в один день посеяли. В один день посеяли пшеницу, ячмень, да. Горох, да? Да, да. Ячмень заканчивал, ячмень по -2 показывал уже. И сеялка дисковая? ДМС-шка. ДМС-шка анкерная. А вот сейчас участок, где не было стартовых удобрений. Этот уже выколосился, а этот только бросает колос. То есть идет отставание. Ну, я думаю, что поделятся с нами информацией на уборке, и я тогда поделюсь с вами. 2,5 круга без удобрений. А сеяли чуть позже, да? 18 февраля. 18 февраля я горох сеял. А что междурядье? Вот досмотрите Сергея Сурового, и потом да? Чудеса совершают.
Тут получилось по-разному. Сілка була, якби не, мене неправильно перекрили, були заглушили неправильно секції. І вийшло, коротше, і два через один, і два через один, і один через два. Коротше. А ви хотіли через один? Так, да, ну у мене там є слідуче поле, ярий ячмень теж такий стоїть, два через один, ну, 19-30. Угу. А, то есть два через один. Здесь стріляє, да. Просто по висоті. Да. Какой сорт він? Прерія. Прерія, ну. Да, обичний, о, проверений, он же советский. Он же древненький. Древний, він себе показує. У мене є сталкер слабший. Адапт слабший, це я самий такий. Всегда він показує мене себе лучше. Тільки вже 5 оці ярі ячмені, то... Хорошо, от ми посмотрели тут от эти все ваши эксперименты с зимними посевами, да? И вот когда я свой горох сеял, как бы было там много комментариев на ту тему, там, что там запреи, там, т.д. и т.п. там. Ну, понятно, вы протравитель, какой здесь был протравитель на вот этих всех зерновых? Был протравитель? Да, да, был протравитель, сейчас скажу. Авиценна. Авиценна, да? Авиценна плюс, да. Хорошо. Они боялись то, что там может, там, образно говоря, испортится посев мат? Вот сеяли в такой период. Ну, мы же сначала послушали профессоров. Зеленского, потом, Зеленского, ага. Потом посеяли. Как бы был эксперимент, для того и эксперимент. Я понял. Ну, а как думаете, густота всю получили, душу сеяли? Или все-таки... Всходы получили, да. Все. Все, да. Потом мороз откорректировал. Да, то, что мельче сидело, мороз у всех убило в этом коренем, году. Да. А то, что глубже, ну, корень остался жив, оно дало корням так. То есть есть место для таких экстремальных посевов. Я думаю, что... Ну, вот я же тоже попробовал. Я думаю, то, что вот я сравниваю ярый горох, который я посеял в феврале месяце, и ярый горох, который я посеял в марте, да, то просадка, ну, очень существенная. То есть вот, ну, пока я визуально это смотрю, я ж не вижу это еще в бункере. Лучше тот, который в феврале я посеял. Да, поэтому мы даем какую-то небольшую фору. А в принципе, вот я что спрашивал, портятся семена, не портятся. Смотрите, вот когда мы заходим весной, там сеем, сколько у нас падалицы подсолнечника вылазит, которая там 2 года. У меня там тритикали вылезла там в ячмене, которая 3 года перед этим было. То есть оно же не пропадает, оно же все равно лежит и ждет своего времени, своих условий. Поэтому я думаю, что... Красота, так ты междурядье посмотри, какой ячмень в этом междурядье. Так, красота, здоровый. Да, красота бомба. И тут даже... Можем проехать, сейчас там тоже есть тоже предшественник рапс, то есть тоже 49 гектар, там чисто есть 4 миллиона ячмень, есть 3-3,5, но междурядья есть на 19-19-38, то есть там тоже можно подойти, есть разница. В плане высоты, ну, такого всего. Ну, на более широком междурядье я заметил, что посевы выше. Выше и колос. То ли они между собой конкурируют в ряду. Чем шире междурядье, тем меньше должно быть количество семян. Согласен. Нельзя сеять с одной нормой, ну, вот как я посеял пшеницы. Норма одна, междурядье разное, и получается на 19 междурядье там в ряду стоит там 40 растений, да, а на 38 уже 80 растений. И они друг с другом конкурируют в самом ряду. Да. Поэтому надо однозначно уменьшать. Если мы сеем широким рядом, надо норму еще снижать. Да. Поэтому есть у нас потенциал, куда расти. Не, ну, если ты сеешь те же 2 миллиона, допустим, с междурядьем 19, если ты делаешь междурядье там 38, то сразу смело дели на 2. На 2, да. Даже в половину. У тебя равномерность расстановки семян будет соблюдена в рядке. Конечно. А дальше уже как Бог даст. Было бы классно, чтобы вообще было сейчас, чтобы зерновая севалка была как точно высела. Ну вот у нас есть вот тайный друг, который не хочет в экран залазить. Он пообещал, что мы посеем 45 междурядье. Маэстрой. На 45 маэстрой. Междурядье. Пшеницу, да? Да. Пшеницу, ячмень. Вот ячмень не буду, потому что из-за ости. Да, да. Хорошо, пшеницу, ладно. А на сурговых дисках. Пшеницу мы посеем. На сурговых дисках миллион. Я понял, куда мы весной едем или осенью? Пообещал, 300 тысяч, 500, 800 и миллион. Нет, миллион и снижаемся через 200. Я уже жду, куда ехать. Давайте, чтобы я уже билет покупал. Ярый горох получил всходы вместе с зимующим горохом. Да. Сходы одинаковые, но ярый выше, зимующий ниже. Ну, да, я тоже это обратил внимание. Больше бобов. Сформировал он больше бобов. И вот у меня тоже
зимующий взошел как яровой, то зимующий раньше начал цвести, чем, яровой. Буквально на неделю. То есть я так думаю, что у них просто генетически заложено то, что у него весной он за счет солнца раньше себя должен сформировать. Он предусматривает, вот я не знаю, как... А жара, мороз? Жара влупила и сразу... Да, я не знаю, как мороз, но вот этот вот болтрап, он, можно его высевать и как яровой. Но, естественно, он сразу даст большую просадку по урожаю. Гадалки. Ну, как это двуручный ячмень. Да, двуручка. Посеял его осенью, получишь один результат. Посеешь весной, получишь банан по всему лицу. Поехали. Глянем. Олег, нас уже норма высевает? 120 килограмм. 120 килограмм. Вот поэтому он говорит, что он вылегает у него. Да, и вот тоненький, видишь, если бы он реже. Потому что тут стебло тонкое, а был бы он реже. Можно было применить стимулятор, регулятор роста Церон, например, да? Ну, как же холода. А если погода, нет, не дает. Вот в этом году мы, считай, осенью посеяли, не было влаги. 5 октября выпал дождь. А потом ночные приморозки, ночные температуры низкие. Да, то есть уже осенью регулятор не применишь. Весной вышли, сначала заморозки, а потом засуха. Хуже, куда ты регулятор применишь? Все, не дала тебе погода. То есть не надо рассчитывать на применение регулятора. Надо рассчитывать на потенциал самой культуры. Я так думаю. Правильно, и мы так думаем. Олег, фунгицид это были кира? Один раз, да, Феникс-ду. Ребята, Вадим ждет. Так что давайте. Поехали.